не делай аборт. Капец, тут вообще прям драма. Чего происходит? Всем привет, чувачки, с вами Милскел. Многие просили, действительно, многие, очень много кто просил, чтобы я заглянул в эту игру. Ну, запиши. И поэтому сегодня, прямо сейчас, я зайду впервые, наверное, за лет 5-6 в игру Аватария. Да, предыстория. В ролике, где я красил волосы, я упомянул то, что... И насчет окрашивания я думал еще лет 5 назад, вот серьезно говорю, когда я играл еще в Аватарию. Вот тут нужно объясниться. Там можно было персонажу красить волосы, и я такой, в будущем обязательно покрашу волосы. В общем, я чувствую, это будет интересно. Поэтому давайте, как тут... Боже, я вот эту вкладку уже не видел лет 5. Игры. Ого. Шо? Шо? Шо это за игра? Мир би 5 уровень. Чё? Где Аватария? Я ничего не понимаю. Так, Аватария. О! Логотип игры не изменился до сих пор. Ой, это у меня тут все друзья, оказывается, играли в эту игру. А мне на страничке показывают, что я Аватарию запустил? А-ау. Твою мать. Сейчас все спали, так как это отключить? Я действительно столкнулся впервые с покраской волос в Аватарии. То есть до этого я не видел никогда людей, которые красят волосы. Я вырос в маленьком городке. И здесь я впервые столкнулся. И, блин, мне так показалось круто. Типа, да, покрасить волосы персонажа. Так, какую бы прическу подобрать? Элегантный пижон? Либо Саня из соседней улицы? Или вот это вот, типа... Ой. Либо вот этот вот, который, типа, такой... Я маменькин сыночек. Так, нужно подобрать, наверное, что-то похожее на свое, а вот это вот не похоже на мое. Ну, блин, я не знаю, тут, походу, моих волос ни в какой игре нету, вот это меня раздражает, типа, где мои кудряшки? Давайте, да, блин, это все равно дерьмово смотрится. Давайте, блин. Давайте вот это оставим, пускай, боже, это если я зарасту, я буду выглядеть вот так, только не блондином, к сожалению. Так, нам нужна борода и усы, у меня есть борода? Ну, есть немножечко. Нет. Еще для тебя... Стой. Уберем лучше. Раньше можно было, насколько я помню, синие волосы ставить. У меня я всегда хотел с синими волосами. Но что-то здесь нельзя. Может, потом можно там за какие-то монетки, донаты. Случайная внешность. Какого хрена я сейчас все испортил? И что это за урод? Смейся, пока можешь. О боже. О боже. Это... это что? Задайте имя для своего аватара. Ну, поскольку здесь можно как бы немножечко анонимно играть, давайте я буду Ярик. Ярик! Ярик. Когда у тебя есть очень много фейков. Готов оторваться сегодня в клубе? Но прежде чем пойти, я должен закончить установку фонтана. Ты ведь мне поможешь? Щелкни, чтобы ответить другу. Конечно, давай помогу. В смысле? Я не хотел тебе помогать. Установить фонтан. Щелкните, чтобы установить. Можно сюда вот снести ему нахрен диван. Неужели ты собираешься идти в клуб? Я буду озвучивать всех. Что он там говорил? Саша! Саша! Что надо, у меня дома! Хорошо, давай посмотрим. Что посмотрим? Что? Что? Что я пропустил? Щелкни открыть гардероб. Так. Приоденемся. Давайте, я не знаю, наденем вот это вот, да, джинсики. Йоу. Отлично выглядишь, давай заглянем в кафе и выпьем по чашечке кофе. Отличная идея, идем. Так, я так понимаю, мы идем на улицу. Я, честно, уже ничего не помню из этой игры. Почему мы сразу с дома телепортнулись в кафе? Я как бы на улицу должен был выйти, потом как-то дойти, как в GTA, типа. Что за херня? Как твои дела? Давно не виделись. У меня все хорошо. О, это боты какие-то, что ли? Так, заказать кофе. Так, официант нам несет чашку кофе. У меня все хорошо, у меня все хорошо. Так кто бы сомневался. Спасибо. Так, отлично, мне опять нужно ответить. Чё я опять наклацал? Вот мы и в клубе, ну что, давай... Я ничего не понял. То есть я такой, типа, пойдем в клуб, мы пошли в кафе, не на улицу, потом мы вернулись как-то в клуб, я просто нажал ответь. Что, мать твою, происходит? What the fuck, motherfucker? Чтобы аватар начал танцевать, щелкни по нему. Как твои дела? Что это? Что это? Чё они так по-дебильному двигаются? Это что за танец? На шагающих у тебя быть похожим. Так, чтобы аватар начал танцевать, щелкните по нему. Танцевать. Ты-то куда, дебил? Ну что за танец? Ты дебил, просто Ярик, ты дебил.
Что мне делать так? Ответить на сообщение, да? Обучение такое дурацкое. Что я наделал? Я опять телепортнулся. Что за херня? Что за... Отлично. Я опять не прочитал нифига. Что он там мне ответил? Мне тут пришла идея. Если вы хотите, чтобы я продолжил похождение Ярика в мире Аватарии, то давайте под этим роликом наберем 30 тысяч пальцев вверх. Мне почему-то кажется, что здесь есть еще очень много разного всего интересного. Поэтому как наберем, я сразу сажусь за монтаж новой серии. Нажать вот это вот. Квартира. О! Это мы себе квартиру покупаем? Давайте с цветочками. Поздравляю с покупкой квартиры. Вот так бы в жизни просто. Вот так и квартирка. Я нифига не успеваю читать за диалогами. Блин, можно помедленнее, я записываю. Так, поиски. Тут можно... А, это все друзья, которые играли. Так, кто тут у меня тут играл? Ян играл? Привет, Ян. Богдан играл. Чего? Каракар с вами аватар. Так, ответить ему, что там, поздравляю, вы выполнили задание на Василия. Я ничего не понимаю. Можно мне, пожалуйста, уже знакомиться с тёлочками? Я сюда пришел, чтобы знакомиться с вот такими вот. Можно? Пожалуйста. Так, а мы можем пойти, давайте вот куда-нибудь сходим. Давайте в сквер сходим. А тут есть игроки? Так, пошлите танцевать с этими дебилами. Эвелина вызывает тебя на поединок. Я не бью девушек. Согласиться. Что? Что это, мать твою? Так, ну давайте подушка, ногой потом. Потом защитимся, защитимся и с ноги в бой. Я не понимаю, что сейчас будет происходить. Опа-на, я ее ударил подушкой. Потом по ногам. Что это происходит? Блокирую. Тоже блокирую. По башке херак. Блок. Что это сейчас было? Слоган этого видео, что сейчас это было? Я не понимаю. Можно мне с девушками знакомиться? Тёлочки, можно с вами потанцевать, ребята? Давайте. Я как дебил. Все стоят, а я опять как дебил просто. Хотите со мной познакомиться? Я красиво танцую. Тёлочки, ко мне. О! Ко мне присоединились. Давайте дружить. Опа. Ярик такой, давайте дружить. Пошли все ко мне домой. Я дружелюбный. Нет. О, мне кто-то в личку, я вижу, написал. Есть девушка? Нет. Пошли ко мне домой. Я пойду. Пошли. Чирык-чирык. У меня дома девушка. У меня дома девушка. Только она с красным шариком, как из Анова. Стоит бояться или нет? Будешь летать. Будешь летать. Что здесь можно делать? Давайте присядем. Типа мы такие культурные все. Есть девушка? Нету. Сейчас у нас будет девушка. Как ее зовут? Ника. У Ярика будет Ника. Можно я буду? Давай. Капец, я себя смешно чувствую, как ребенок просто. Как это смешно. Так, написать, меняться, подарки. Давайте ей что-то подарим. Сделать подарок. Очень жаль, что у тебя нечего подарить. Ясно. Что делать будем? Давай танцевать. Зачем? Мы же парень и девушка. Давай танцевать. Она такая, это ну нахер, нет, да? Она тоже танцует. Так, давай, может, отношения. О, так, в приятели. У нас появился первый друг, и она по совместительству наша девушка. Ее зовут Ника. Гром гремит, кусты трясутся. Что? Что она написала? Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Что? Что? What the fuck? Ну, что делают под кустами? Что? Я не понимаю, что сейчас происходит. Что? Она заплакала. Я ничего не понимаю. Я ни хрена не понимаю. Я беременна от тебя. Мы же просто танцевали. Все хорошо. Нет, не просто. А можно тоже заплакать? Твою мать. Что ты плачешь? Ты беременна. Почему это так смешно? Ну можно сделать аборт. Нет, не делай аборт. Капец, тут вообще прям драма. Чего происходит? Ну ок. Танцевать. Мы просто танцевали, она забеременела. Найди врача. В смысле найди врача? Ты чё, сможешь? Стой, Туту пошла в больницу. Стой, Туту пошла в больницу.
Нашу дочь зовут Туту. Паровозик Ту-ту-ту. Что это сейчас все было? Я только 5 минут поиграл. В смысле, у меня есть уже девушка, и она беременна? В смысле? Твою мать, можно ее удалить с друзей? Удалить. Какой магический способ, чтобы девушка от тебя перестала быть беременна? Так, ну что еще делать, да? Так, в принципе, от девушки мы избавились. Давайте пойдем дальше. Так, тут так вышло. Я немножечко увлекся и снял слишком много материала. Ну и поскольку это эксперимент, я, наверное, посмотрю, как вам такого рода ролики. И если мы наберем 30 тысяч пальцев вверх, я сразу же выложу новую часть. А вам всем удачи, всем пока. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока-пока-пока. Пока!